Всем моим зрителям огромный привет, с вами я, Юлия Crazy Nails. Извиняюсь, что очень редко сейчас выходит видео, потому что у меня небольшой отпуск, ко мне приехала моя мамулечка. И сегодня мы будем делать дизайн, который я делала на ее ноготочках. Многие просили сделать мастер-класс. Для этого дизайна я перекрываю тип с белым гель-лаком. И для того, чтобы сделать дизайн в акварельной технике, мне нужно будет перекрыть ноготок специальным матовым топом. Этот набор от фирмы Никонагель. Я не советую его покупать, потому что можно найти и материалы в этой технике дешевле. После того, как я просушила матовый топ, я начинаю в хаотичном порядке распределять капельки. Они между собой замечательно растекаются, создают еще третьи какие-то цвета. Самое главное, чтобы ваши цвета сочетались между собой. После этого вы можете оставить капельки в этом же положении, но вы можете также взять обезжириватель, кисть смочить в обезжиривателе и начать немножечко размывать контур, чтобы был действительно прям акварельный эффект. Что сейчас я и сделаю. Напишите, пожалуйста, под видео, как вы считаете, лучше было до или после того, как я размыла немножечко контур. Если у вас где-то появились какие-то погрешности, какие-то некрасивые переходики, вы можете все равно потом это забить фольгой. Но перед тем, как переводить в фольгу, вам нужно обязательно перекрыть любой каучуковой базой, потому что липкости на типсике уже давно нету. Берем какую-нибудь красивую переливающуюся фольгу и на липкий слой просушенной базы начинаем отпечатывать. Я отпечатываю в основном только там, где у меня как раз вот эта акварельная техника. После мы перекрываем дизайн матовым топом, берем любую белую гель-краску без липкого слоя и рисуем абсолютно незамысловатую геометрию. Какой-то вытянутый кирпичик, от которого и идет либо сверху, либо снизу тонкая линия. Сушим, и наш дизайн готов. Конечно же, ставьте этому видео пальчики вверх, тогда я буду знать, что вам нужны мои мастер-классы, что они вам полезны. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео у нас. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!